Но экспедиция была посвящена 40-летию клуба и 280-летию города Первоуральска. Ну и мы под водой на глубине 30 метров установили символику нашего города, клуба и спонсоров. Выражаем благодарность Интере за помощь в организации и проведении экспедиции. Да, установили интеровский флаг на глубине 30 метров. Значит, это, чтоб океан знал. Значит, мы заранее заготовили специальные флагштоки, на которых закреплялись, на берегу закреплялось. И потом, значит, потихоньку вглубь утаскивали. Но это стоит в районе, там затонувшее судно небольшое, на этой глубине находится, в губе Териберской. Значит, и мы прямо на палубе этого судна все это установили. Это место обильно крабами. Крабы, наверное, будут рады очень новым вещам. Погрызут, поедят. Ну, каждый член себе там насобирал ежичков морских, значит, гребешков. Крабиков мы не трогали, потому что... местных крабиков мы трогали, хиесов. Они небольшие. А вот камчатский краб, который там очень здорово расселился, его запрещено ловить, трогать, брать. Так что мы закон не нарушали.